Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает Вападом, и сегодня в моем коротком обзоре я нарушу все свои правила, потому что, вопреки обыкновению, я сегодня буду рассказывать не о книгах, а о прессе, о периодических изданиях, и делать буду это, так сказать, производя сборную солянку, да, когда много изданий в одном обзоре, потому что все-таки прессу я обозревать номер за номером не смогу, все человеческое, как бы, ну, ограничено, и, в общем, нельзя объять необъятное, по завету Козьмы Прудкова. Итак, многие годы я читал в основном два журнала. Ни для кого не секрет, что я поклонник толстых журналов и все время их рекомендую. Они прекрасны совершенно. Это отдельный очаг нашей культуры, это отдельный пласт ее. И, в общем, отказываться от них я не буду никогда. Это иностранная литература и знамя. Но последние годы к ним присоединилось еще два журнала. Значит, во-первых, это, конечно же, «Октябрь». «Октябрь» для меня журнал не случайный. «Октябрь» очень важен, потому что там публикаются многие литераторы, которых я очень ценю и люблю. А в руках у меня довольно старый номер, это 11 номер за 2018 год. Он посвящен детскому чтению в круге взрослых, и, значит, для детей и для взрослых произведения здесь опубликованы. И там опубликована моя подборка стихотворений. Именно поэтому я вам этот номер и показываю. Значит, хвастаюсь, так сказать. Ну и второй журнал – это «Дружба народов». Вот журнал, который не перестает удивлять. Возможно, потому что он не ограничивается кругом известнейших литераторов, которых, значит, все уже по именам знают, а все-таки привлекает имена каждый раз новооткрытые для меня. Я понимаю, что это страшно звучит нехорошо, потому что, ну, это люди, известные огромному кругу читателей, это люди очень популярные, да, и то, что я почему-то о них не слышал, говорит о том, что я слишком молод или не образован, что, в принципе, и то, и другое верно. Но так как «Дружба народов» по-прежнему предоставляет право голоса и пространство для высказывания литераторам сопредельных с нами стран ближнего зарубежья, как сейчас говорят, то, конечно, это крайне интересно. Это очень интересно, это тот самый культурный обмен, о котором столько слов, но который наблюдать вживую очень сложно. Вот «Октябрь», «Дружба народов» в дополнение к иностранной литературе и знамени. И, конечно, мой любимый «Дилетант». Это, я понимаю, я осознаю, что это жанр лайт, да, это такой популяризатор исторической науки, а не сама историческая наука. Здесь есть все, вплоть до обзора компьютерных игр на историческую или псевдоисторическую тематику, и комиксов, и самое главное, все это подается в остро, такой нарочито яркой форме. Это такая бесконечно радостная упаковка для истории, потому что каждый номер этого журнала – это провокация. Интеллектуальная, общественная, да. Посмотрите, тут у нас есть и Че Гевара, и Александр Македонский, «Здравствуй, империя». Ну, про Богдана Хмельницкого я уже молчу, это понятно, просто, значит, откровенный, да. Екатерина здесь появляется, а здесь у нас Колчак, да, военный диктатор, тоже интересная тема для сегодняшней России. Ну вот, Екатерина с Крымом на фоне карты Крыма, понятное дело, откуда появилась, да, на странице журнала. Это все номера последних месяцев, да. Вот, но напоминаю, еще раз обращаю внимание, сквозная тема номера не значит, что исторические материалы в этом номере все посвящены ей. Наоборот, «Дилетант» тема интересен, что несколько ударных материалов дает об этом, а дальше уже читаешь о том, о чем тебе хочется. Есть немножко о средних веках, немножко об материальной культуре той или иной эпохи. Великолепные биографические эссе Дмитрия Быкова. Что не говори, но пишет он увлекательный, поэтому даже если я с ним в чем-то не согласен, я все равно с интересом его читаю. Отдельной темой сегодня будут журналы научно-популярные. Во-первых, я надеюсь, что все вы выписываете и листаете «Знание и сила». Это как раз тот идеальный вариант компромисса между реальной наукой, да, сложной, непонятной обывателю, труднодоступной в стилистическом плане, да, которую сложно читать просто, даже если тебе адаптируют материалы и статью пишут популярную. Вот. И вот высокими запросами науки. Да, и, собственно говоря, массовым чтением. Да, чтением, доступным для любого. Вот я гуманитарий, не понимающий в технике ничего, читаю в этом журнале статьи по астрономии, статьи по физике, статьи по химии, по биологии, и понимаю их хотя бы отчасти, что очень мне льстит, во-первых, а во-вторых, мне кажется, достигает цели этого журнала, просветительской цели. Это, конечно, одна из главных целей. Вот здесь у нас много очень о космических исследований. Только что прослушал великолепную лекцию Сурдина, Владимира Сурдина, на фестивале «Витамин науки», значит, в Пензе, и очень рекомендую вам эту тему, потому что тема исследования космоса на предмет поиска внеземных цивилизаций не уфология, простите,
простите меня, какая-нибудь там, а именно система сети, да, вот все вот эти вот поиски внеземного разума. Это очень интересная тема. И все попытки, предпринятые человечеством в этом отношении, это очень показательная наша деятельность, да, по ней многое можно сказать о человечестве в целом. Вот. Напоминаю, кстати, что у человека, возглавляющего прекрасный журнал, вышел роман фантастический, значит, «В гуще чужих ощущений». Это, с моей стороны, откровенная реклама книги, которая мне страшно понравилась, и которую я хотел бы просто вам о ней напомнить. Да? Вот. Больше она ничем с тематикой этого номера не связана. Дальше. Вопросы литературы. Вот уж журнал специфический, казалось бы, предназначенный только для специалистов-филологов. Даже в советские годы тираж его 30 тысяч. Это не миллионы популярных изданий, да, экземпляров. Но это очень хорошее издание, потому что оно не просто рецензируемое издание ВАК, это научное издание и так далее. Это действительно журнал, освещающий литературу человеческим понятным языком. Одна из главных установок редакции и главных пунктов позиции, да, идейной Игоря Олеговича Шайтанова, это как раз то, что любая филологическая статья, любая филологическая премудрость должна быть написана так, чтобы ее интересно было читать. Ее действительно интересно читать. Здесь вот в этом номере, который я держу, это ноябрь-декабрь, ежеквартальник, поэтому вот, такой вот такая нумерация, ноябрь-декабрь 2018 года. А здесь у нас очень интересная статья «Мировая литература как проблема и вызов» Игоря Олеговича Шайтанова. Но он не просто замахивается на мировую литературу с полным правом. Он шекспировит мирового класса, да, человек, специалист по творчеству Шекспира, и не только. Он еще и великолепные концепции излагать умеет. То есть это действительно интересно читать, и ты понимаешь, что вся та тенденция к упрощению, к радикализации бесконечной, да, обострению, игра на обострение, да, в культурных сферах, она очень-очень опасна и неприятна, да, и имеет тяжкие последствия для культуры. Вот Шайтанов это показывает. Ну и показывая предпоследний номер «Вопросы литературы», я не могу не поделиться радостью, не показать последний. Видите, какое отличие? Наконец-то, после трех, что ли, десятков лет, значит, журнал в очередной раз решился сменить формат. И это не просто смена дизайна, шрифтов и всего прочего, да. Это полностью смена формата журнала. Он стал гораздо читабельнее с точки зрения физиологии и гигиены чтения, да, вот эти поля, шрифт, структура, да, шрифт, значит, работа, рубрикаторы, да, то есть это все выглядит совершенно по-другому. Кроме того, вопросы литературы обновились не только внешне, вот такими вот вещами, да, но и концептуально. Теперь этот журнал по-другому выглядит, по-другому немножко себя подает. Это все есть в материалах номера, читайте, это очень интересно, но и в любом случае, по-моему, стал гораздо современнее выглядеть на уровне такого европейского современного издания, да, потому что тот «Вопрос литературы», тот номер, это архаика, которая мила нашему сердцу. Если у кого, как у меня, дома всегда стояла подборка из нескольких хотя бы номеров, и при всех переездах как-то она чудом уцелели эти номера, да, вот, вы понимаете, о чем я говорю. Это милое сердце архаика. Вот теперь это, значит, европейский вид. Ну, и я не могу, конечно, рассказав о «Знании и силе», обойти вниманием «Науку и жизнь». «Наука и жизнь» – это отдельная радость, это тоже журнал, пришедший из глубокого детства, журнал, который выписывали родители, значит, потому что это было действительно окно в большой мир, большую науку и просвещение в советское время. Ну и сейчас «Наука и жизнь» тоже интересная очень, и я ее читаю с огромным удовольствием, хотя, конечно, здесь не все материалы мне понятны и интересны. Очень, здесь больше специальных каких-то статей, но в любом случае «Наука и жизнь» – это крайне здорово. Вот последнее, что я хотел бы сказать – ну, вы поняли, да, уже по футболке, надеюсь, догадались. Это детское чтение. Тут я выделяю «Мурзилку». «Мурзилку» я выделяю не только для того, чтобы похвастаться, хотя, конечно, вот в этом номере есть мое стихотворение. Вот. Но если серьезно, то, конечно, «Мурзилка» – это шедевр. Это не просто ностальгия по детству. Это прекрасные образцы литературы для младших школьников, которые должны быть сохранены обязательно. Это вот такая сокровищница. А «Мурзилка» очень разный. Достаточно сказать, что и образ самого персонажа, и дизайн, и всевозможные вещи, они менялись, конечно, с годами. Но вот высокая рамка, планка стандартов, она старалась удерживаться изо всех сил всегда. И в 90-е годы, и в наше время всегда. Потому что журнал никогда не прекращал выпуск номеров. Даже в самые сложные
разные периоды времени. И всегда приходилось идти, с одной стороны, какие-то компромиссы со временем, да, а с другой стороны, собирать все самое ценное, что могла дать литература, могло дать искусство, да, для ребенка в любую эпоху. От времен первых советских лет, времени создания журнала, до вот наших дней. Видите, Мурзилка, он такой же, как в детстве. Ну и, наконец, последнее, это то, что Мурзилка, наконец, к вящей радости, в частности моей, выпустил отдельными листочками те самые поделки бумажные, головоломки, которые у меня никогда не получались в детстве, и которые я сейчас с удовольствием делаю с дочкой. Да? Эти вот развороты продаются отдельно, их можно купить на выставках, где у Мурзилки есть собственный стенд. И, значит, с удовольствием вырезать, да, и сделать вот эти прекрасные объемные модельки бумажные, которые каждый номер в детстве ждали. Вот, и, но из номера всегда очень жалко выдирать этот листочек, очень жалко все это разрезать, да, теперь это можно отдельно сделать. Вот, спасибо за внимание, читайте толстые литературные журналы, читайте научно-популярные образовательные журналы, их много, они прекрасны, я назвал только два, мог бы множить эти примеры, читайте, конечно, «Дилетант», читайте, конечно, и «Мурзилку», читайте самые разные, разной идеологической направленности, разного содержания, разного журнала, потому что это очень-очень интересно. Это, друзья мои, тот самый интернет до интернета. Это сокровищница настоящей литературы и знаний. И если вы сомневаетесь, то я вас призываю заглянуть в читальный зал, полистать эти издания и убедиться, что там масса интересного, актуального, свежего. И это вовсе не какой-то заповедник из далеко пришедших советских времен, а это прямо сейчас на волне науки, на волне литературы, литпроцесса, да, актуальнейшие вещи. Спасибо за внимание. Всего хорошего.